Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. И я продолжаю проходить GTA San Andreas. И наконец-то я смог прибавить звука, чтобы вы слышали мой звук в игре. Что говорят персонажи, что делают и так далее. Так, не будем брать эту машину, возьмем. Ладно. I really enjoy drinking soda with a straw. Так, сейчас мы выключим радио тогда. И все четко будет. Все, поехали. Так, миссии у нас пока что остались только у OG Лока. Поэтому поехали к нему. Стоп, а это случаем... А, не, слава богу. Текста бешеного кекса. Эй, привет, это Гангстер Лок, братан, и я сейчас отмочу, замочу. Йо, а когда я доберусь до места, подруг, ты не захочешь, чтобы я заговорил, лицо тебе будет смотреть пушка, я чувствую напряжение, как никто в мире. Йо, что это за дерьмо, ты несешь полно, хрень. Проклятие, все дерьмо. Эй, что происходит, Лок? Эй, Карл, как жизнь, дружище? Эй, парень, а ты думал когда-нибудь найти писателя, чтобы помочь тебе с этим? Да, думал, но кого, брат, кого? Черт, крэп, я не силен, не мое, знаешь ли, но сам нужно что-нибудь придумать, парень. А если я найму кого-нибудь случайно для меня, то только чтоб он сам даже этого не знал. Что? Думаю, мне пора найти неизвестного писателя. Из меня выйдет честно, конечный пипец. Книга стихов бешеного кекса из его дома на холмах. Книга стихов бешеного кекса. Ты обещал помочь, Карл. Мне тут слушать, чувак. Я такой горячий, как вы. Эй, ладно. Я все делал, брат. Клянусь, договорились? А уже Лок, как обычно, читает самые лучшие в мире строки, так скажем. Отправляйся к особняку бешеного кекса. Давайте сделаем лучше это на мотоцикле. Да боже. Вот сучий гаишник. Какого хрена он меня хотел вообще арестовать? Сейчас будет немного проблемно залезть в гору эту. К бешеному кексу эту. Проблематично. Я помню, как-то по этим горам вроде можно. То ли отсюда, то ли оттуда. Попробуем отсюда. Оу. Да, залезли мы хорошо, но врезались хреново.
Вот бачи приехали, вон его особняк. Не вижу ничего. Так, вот его особняк. Вот мы прям здесь остановимся на мотике наш. Книга стихов находится в студии звукозаписи Бешеного Кекса. Бешеный Кекс. Лично охрана Бешеного Кекса патрулирует особняк, чтобы украсть книгу, использует скрытность и не вынимая оружие. Вынимай. Первый охранник тебя не видит, ты можешь подкрасться к нему сзади и ударить ножом, совершив убийство в режиме скрытности. Так, все. Так, вот так, да, убивать надо. Окей. Так, когда мы в тени, охранник патрулирует участок вокруг плавательного бассейна. Понаблюдать за его маршрутом, это может тебе помочь. Если мы будем ныкаться в тени, он нас не запалит. Что за бред? Баг. Баг сейчас небольшой был. Приближается охранник. Найди подходящее место и спрячься, пока он тебя не заметил. Ищи участок с тенью. Так, вот сюда сейчас заныкаем, все, тут тень есть. Все, ждем его тут. Ну, быстрее, чел. Так, вот он. Все, погнали. Все отлично. Никакого оружия нету. Там просто, я по-моему, пистолет с глушителем должен быть где-то. Так, ну. Если ты попробуешь пройти мимо охранника, он тебя не заметит. Вот хрень, ну как рефрешн могли так опозориться? Таннер, ты чёрта задница. Не, наоборот, заметит. Сорян, ребят. Так, идем. Этого чела, я думаю, трогать тоже не будем. Смысла не вижу, они все равно потом заспавнятся. По новой. Армор. Вот этого чела вырубаем. И вон наши стихи. Стих. Выйди из особняка и отнеси книгу Локу. Так, вот охранник идет тут. Сейчас мы тут заныкаемся и встретим его. Охранники вооружены пистолетами с глушителем. Вот, как раз я и говорил. Сейчас они нам пригодятся. Так гораздо удобнее будет убивать. Так, хорошо, давай. Пистолетик свой сюда. Все, поехали. Главное стрелять только хедшот. Один готов. Второй готов. Еще один. Так, играть мы не будем. Так, еще два охранника. Кстати, вот что это за комната? Я никогда раньше не видел. Ой, ничего себе, тут у него свой спортивный зал. Так, вот охранник идет. Спокойно. Вот упырь. Как он меня запалил? Тут же они, по идее, тупые все, нет, разы. Так, вот тут он. Подставляю голову свою. Голубушка. Все, никого нету по карте. Можем идти. Отнеси книгу стихов гангстеру Локу, он ждет тебя бургерды. Все, поехали. В принципе, тут неподалеку бургершот этот. Сейчас по-быстрому отнесем и еще одну миссию у нее начнем. Кто там стреляет постоянно, я не понимаю. Как только зашел в GTA, слышу, кто-то стреляет. А кто, непонятно. Опять. Кто стреляет-то, я не пойму.
Ладно. Пофигу. Найс. Как можно было... Ой, ладно. Все равно. Быстрее едем. Да-да, это, до бургершота и все. Да-да-да-да-да. Так, почти приехали. Тут недалеко осталось, в принципе. Отдали им камеру немножко. Потому что... Нет. Вот, вот так вот, нормально. Здорово, Лок, я принес то, что ты хотел. Братан, ты крут, как скалы, чувак. Ладно, увидимся позже. Мир, брат. Так, еще выполним задание у него. Проблемы с управлением. Прошу типа прощения, а Лок здесь? А кто тебе с этим чипсов дать? Лок доступен для попыток коммуникации. Кто? Лок, а ты имеешь в виду Джеффри? You mean Jeffrey? Yeah. У нас электр заболел, вот Джеффри, Лок и повысили. Лока повысили. So? Итак, так он в дальней комнате чистит плиту. Вот и наш OG Лок, рэпер. Ну как жизнь, Лок? Ты в чем дело, братан? Не, у меня все дерьмо, так круто, закручен, сейчас взорвется. Теперь ты доволен, братан? Доволен? Черт, нет, конечно, меня уже эта хрень достала. Слушай, я артист, я должен быть в деле. Слушай, я никак не могу продвинуться, ублюдки всегда хотят поездить на черномазах. И это с цепью менеджер, бешеный кекс, конкретно меня наехал, парень. Он серьезно портит мой имидж. Конкретно наехал, братан, да он всего полтора метра. Но это сильный придурок, слушай, его надо вынести, и из-за него меня не взяли, парень. Я никак не могу участвовать в игре, я же сказал тебе, я артист, коммуникатор, и никто даже не слышит мои сообщения. Но каждому встречному расскажет, что я отстой. Но очевидно, что он не слышал это твой новый хрень. Об этом я толку, чувак, серьезно, на дело. Пушка запела душа и тело. Ладно, что мне нужно сделать? Завали это убогище. Уебище. Убить его? Ну блин, мне на руках занести. Слушай, он будет на самом вручении наград. И это единственное, когда он не рядом с кексом. Один из водителей менеджера бешеного кекса обедает бургер на другом конце города. Поехали на велике этом. Лясе. В принципе, сейчас этого чела перехватим. Менты, блин, тупицы, прыгают под колеса. Телефонный звонок. Ну, бери трубку. А, Лок, ну что на этот раз? Один из шиферов Мэтт Дога только что вышел из бургерной. Сказал, что поехал на церемонию. Ладно, посмотрим, смогу ли я их догнать. Так, стоп, чел, ты куда? Ты же по другой дороге должен ехать. What the fuck are you playing at? Хорош, пацаны. Спасибо. Тупо взяли и нагнули чувака. Встреться с другими водителями до 10 часов вечера. Не проведи свой автомобиль. Так. Ну так вот встать надо еще по красоте. Держись между двумя автомобилями, пока не достигнешь церемонии награждения. В принципе, тут недалеко проехать. Спокуха, парни. Так, все, останавливаемся здесь. Останавливаем машину здесь.
Эй, парень, отвези меня обратно на Сабнетекса. Не сегодня, задница. Сегодня мы поедем по живописным местам, по дну океана. Его отсюда находится прицел, где ты сможешь столкнуть машину в воду. Да не ори ты мне, уже уши болят, блин. Служба безопасности совершает попытка похищения. Так, все, поехали. Не сбавляй скорость до конца пирса, потом нажми Enter, чтобы выпрыгнуть с машины, это ясно. Что это за дерьмо? Все. Задание выполнено. Отлично. О, лес. Поехали. Баймикс. Так, Оуджилок, опять едем к нему сейчас. У меня ездит на велосипеде плюс. Откуда здесь эти чурки? Волосы тупые. О, тут как раз недалеко Оуджилок этот. Я надеюсь, там не надо в определенное время приходить. Кто это? Тентони? Что происходит? Даже не пытайся впечатлить меня своим рэпом, парни. Шепса Тентони, где ты взял мой номер? Пути и способ, ты кусок дерьма. То, что просто от меня прятаться? Много дел, вот и все. Ты не делаешь что-то для нас, усек? Да, громко и отчетливо. Приятно слышать, Карл. Похо с пончиками, то, что в середине рынка. Нам надо поговорить в середине рынка. Отлично. О! Эй, fuck you, иди man! Ты, иди ты в хер, мне по барабану. Что, сука, никакая, bitch. Я тебе не уборщица. Эй, what's up, Лок? Здорово, как сам, Лок? Уборщица от меня гангста стал, отвечаю. Я все слышал, Карл слушал. Если меня опять закроют, я хоть перед этим закачу тусу на весь район. Возможно, это мой последний шанс заявить о себе. Ну, что будем делать? Знаешь, что ли, обратно грусты? И чтоб зуб был полный бомбасик фантастик. Так, и что мне делать? Давай устроим вечерину, слышь, и чтоб девок подогнал, окей. Подгони реальных тулок, и слепые бить не при всех делах. Брат, я тебе говорю, я летописец нашей борьбы. Голос семьи, чисто Моисей. Только чтоб все четко понял меня. Найди прикид помотнее, постригись и двигай на вечеринку к Оуджилоку. Между 8 вечера и 6 утра. Так, мы ничего не будем делать, просто поедем к Оуджилоку. Выполним уже эти последние задания у него, по сути, если я не ошибаюсь. Едем на Грув-стрит, но перед этим надо сохраниться будет, на всякий случай. Спасибо. Водила. Опять балласы, задолбали уже везде эти балласы. Так, вот, мы подъехали на нашу улицу. Оу. Вот это, конечно, тачка заехала. Блин, не успел взять звонок. Кто это? А, это Оуджилок звонил насчет того, то, что тут, типа, классная вечеринка, все дела. Сейчас нам надо будет подойти на эту вечеринку. Так, продолжаем. Возвращайтесь с 8, блин, до 6. Окей, сейчас покрутим время. Сохранимся. Поехали. Так, 8 вечера, да. Все, погнали. Как раз 9 только наступило. Так, вот Оуджилок звонит. Привет, Си Джей, как сам? Эй, Лок. Вечеринка выдалась, что надо, у нас тут целая куча отвязных тёлок.
Ты идешь, парень? Не, я знаю, парень. У меня были кое-какие планы на сегодняшний вечер. У нас тут катастрофа. Я не могу читать рэп, микрофон накрылся. Так, ну ладно, я прямо сейчас тогда подскочу. Частная вечеринка. Ага, это я, OG Log, in the house. И сейчас я разгляжу моих реальных гангстер-нигеров. Все мои гангстер шлюшки, кстати. О, гангстер. Вон он, мокрый шок, сиджи, как жизнь, нига, как жизнь. Думал, микрофон сломался нахер, как сам, братишка. Как сам райдер, все кричал, смотри, чувак, что там слушать эту хрень. Слышь, я очень зол. Я самый центровой. Да, вижу, харю. Это Лок, детка, йоу-йоу, Лок. Ё-мо, текст у него редкий, кал. Да ему и пахать, и пахать, 100 пудов. Здорово, народ, еще затем Райан. Вернулся, значит, Райан, 100 пудов. Ты че несёшь, мой нигерский друг? Сейчас подвалит бригада балласов. Майн двинулись на нашу сторону, похоже, мы зажали баллсы в угол, так? ACJ, Grove Street. Вот, блин, пойду приведу еще подкрепление. Окей, погоните тачки, перекройте дорогу. Остальные все, что были. Что? Не успел прочитать. Как обычно. И вот этаж, конечно. Так, вот и балласы подъехали. Все, поехали. Тихо. Ты чё там, бронированный что ли, ё-моё? Отлично. Берём. Эй, вон на мосту ещё. Берём, быстренько и сматываемся. Нет, здесь не достать. Бежим. Здесь по одной пуле хватит и все. Ложки. Карл, держи улицу. Помоги красавчику отбиться от остальных врагов. Воу. Так, возьмем, пойдем. Дропчик у них. Все-таки лишним не будет. Так, тут есть что-то? Тут нет, а бичары. Так, берем, быстрее, пока не пропало. Пацаны из групп рулят. Первый раз вижу, что баллс так далеко заходили. А, теперь они знают, что Карл Джонс опять со своими братьями. Да, ага, стопуду. Пошли обратно вечеринку. Да, блин, только Лок солёт микрофон, как сразу начался нормальный отжиг. Движ, типа. Так, там чё, оружие? Ну, естественно. Ну, хоть нормально собрал на трещотку. Так, сохранимся и поехали к этим. Темпани Пуласки. Погнали. Так, о, как раз машинка. Думаю, последнюю миссию выполним. И на этом закончим. У Пуласки Темпани. Бонус за безумный трюк. Быстрее слезаем, потому что машина сейчас взорвется. Мрази, почему вы стреляете в меня? Тихо. Ментяра, ты чё, охерел? Пошёл нахер с моего моцика. Ты тушара. Петушиная голова. Ментовская. Так, вроде они пончики сейчас хавают. Ментяры эти. Заняться им нечего.
Так вот, мы подъехали уже. Пылающая страсть. Эй, Карл Джонсон, Си-Джей! О, черт, ты сюда, сынок. Подвинься, придурок, дай ему присесть. Значит, ты все-таки нашлось время для визита. Слушай, у меня будут дела были, мама свою хранила. Так, по-моему, черт возьми, причина уважительная. Пуласкова думает, что ты шутки с нами шутить, думал Карл. А теперь слушай внимательно, мы твои хозяева, ты нам принадлежишь. Мы можем настраивать тебя с такой высоты, что ты решишь, что это сам Господь насрал на тебя с небес, понимаешь? He better fucking understand. Лучше бы ему, блин, это понять. Да, для его собственной... Блин, пора заработать, Си-Джей, будешь отрабатывать свою свободу. Тут один парень парится на другом конце города. Узнал адрес Пуласки? Он такая же сука, как и ты, гангстер. Наркоторговец, убийца, полицейский. Она не нравится, и мы ему тоже не нравимся. Задать дело так, чтобы он никогда не покинул этот район, и даже не в гробу. А теперь убирайся отсюда, мать твоя. Переулки в делам района Лос-Сантоса, там не спрятал несколько бутылок зажигательной смеси. Найти их. Так, блин. Опять я забыл, как включать мигалки. Ну ладно. Раз мы так быстрее бы доехали, все бы нам уступали дорогу. Эта миссия будет на территории Вагасов, что ли, или как их, или Ацтеков, не помню. Вроде Вагасы. Просто Ацтеки и Вагасы, они настолько похожи, как жуть. У тебя есть бутылка зажигательной смеси, отправляйся к дому и банды и подожги его. Да-да, это я знаю, как метнуть зажигательную смесь. Коктейль Молотова, так скажем. Так. Группируемся. Оп. Задавили еще одного. И давайте вот этого. Лол, я двери выбил. Падла. Ой, не туда закинул. Блин, не попал. Вот так вот. Падла, умри. Так, еще сейчас падлы бежать будут. Или ты один будешь бежать? Ну ладно. Сильно не подходим, потому что может и попасть и в нас. Отлично работа, он теперь точно сгорит до основания. Я пробил уже дверь уже. Подожди, нам того здания осталась девушка, должен ее спасти. Стоп, откуда здесь вы-то появились? Вот падлы. Откуда они появились здесь? Держи, девочка, я уже иду. Так, огнетушитель где-то должен валяться. Либо здесь, либо там, либо тут. Нет, выйдем. А, или он будет валяться потом. Вот он. Все отлично. Я только ничего не вижу в этом огне и дыму. Так, нам вот сюда наверх. Так, вроде в ту дверь. Конец нам. Stand back!
Не подходить, погаси это, погаси. Все, погнали. О господи, мне так страшно. Господи, боже мой, что это было? Слушай, здание изнутри рушится, нам надо выбраться отсюда поживее. Так, я не вижу, здесь есть огонь. Быстрее, да быстрее же. Хватит орать. Держись, мы почти уже на месте. Я не пойму, Карл может это потушить, нет? Болван. Так, этот огонь. Все нормально. Так, вот этот труп опять гореть начал. Потушим лучше его. Гаси огонь, быстрее же, быстрее. Я умер, все. Я не знаю, почему в этой тупой, так скажем, сборке я не вижу, как гасить огонь можно. Так, перед этим я вроде... Ой, блин, сохранялся. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Продолжим в следующей серии и начнем с этой миссии. На этом все, всем удачи, всем пока.